Hello everyone, hello my dear kids. Сегодня у нас урок повторения, урок восьмой по теме Happy Birthday. Сегодня мы заканчиваем нашу тему. И начнем мы наше повторение с первого упражнения Listen and Point. Послушай и покажи. There are six pictures. У нас шесть картинок. И нам необходимо сейчас будет прослушать аудио и указать, о каком мальчике или о какой девочке идет речь в нашем аудио. Давай обо всем по порядку. Let's start. Начнем. This is Mike. He's 9 today. He's got a birthday present. It's a yellow car. 5. Вот этот мальчик, так? Ему 9, и у него есть yellow car. Number 5, номер 5. Следующий слушаем. This is Ted. He is 8 today. He has got a birthday present. It's a blue plane. It's a blue plane. Это номер 3. This is Meg. She is 5 today. She has got a birthday present. It's a big doll. It's a big doll. Вот было описание этой маленькой девочки. Number 1. This is Mary. She is 10 today. She has got a birthday present. It's a red book. Okay, это picture 2. This is Anne. She is 7 today. She has got a birthday present. It's a big teddy bear. Teddy bear, picture 6. This is Tom. He is 6 today. He has got a birthday present. It's a green bike. Picture 4, of course. Во втором упражнении нам необходимо сделать matching. Соединить. Соединить картинки животных с теми буквами, на которые они начинаются. E, F, G, H, I, J, K, L. Вот эти буквы, которые мы с тобой выучили в этой теме. Так, первая у нас horse, лошадка. Она начинается с буковки H. Lion, L. Iguana, I. Elephant, E. Kangaroo, K. Goose, G. Fox, F. Jaguar, J. Давай с тобой вспомним эти буквы английского алфавита и их звуки, которые они имеют. Буковка И имеет звук Э в данном случае. F – Ф. Буковка G – Дж. Либо Г. Вот в нашем случае мы учим ее как звук Г. Дальше буковка H – Х. Буковка I – мы выучили, что эта буковка имеет звук И, как в слове игуана. Буковка J – Дж произносится. K – К, L – Л. Переходим на следующую страничку, и у нас здесь задание третье «Сыграй в игру». Я так понимаю, что необходимо озвучить, так, что мы видим на наших картинках. Старт вот здесь у нас, и первая картинка – это «Birthday Cake», торт ко дню рождения. Картинка вторая – «Candles», свечи. Картинка третья – «Present», подарок. Картинка четвертая – «Birthday Party», возможно, вечеринка по случаю дня рождения. Пятая. Может быть, это подарок мальчика, a ball? Шестая картинка. She is 9. Девочке 9 лет. Седьмая картинка. Опять у нас идет как бы present. Picture 8. Картинка 8. Stars. Звездочки. Так, picture 9. Balloons. Шарики. Picture 10. He is 7. Ему 7 лет. Вот мы и подошли к финишу нашего задания. А теперь переходим к нашей рабочей тетради, к нашему activity book. Итак, первое задание. Необходимо match, соединить, and name the letters, и назвать буквы. У нас здесь сейчас собраны все буквы английского алфавита, которые мы уже с тобой выучили не только по нашей теме, в нашей теме, но и в предыдущей. A, B, C, D...
E, F, G, H, I, J, K, L. Вот уже сколько буквочек английского алфавита мы с тобой знаем. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо написать рядом с заглавными буковками маленькие буковки. A буковку, B маленькую, C, D, вот буковка D, E, F, вот буковка F, G, H, вот маленькая буковка H, далее I, буковка I, вот она, J, K, L. Задание не тяжелое, я думаю, что ты с ним справишься на ура. Задание 2. Listen, послушай, and write the correct number, и впиши соответствующий номер. Значит, мы с тобой будем сейчас делать задание на аудирование. Давай с тобой попробуем это сделать вместе. It is a present. It is a present one. Two. It is a birthday cake. Two. Birthday cake. Уже, значит, первое. Present, вот он. Birthday cake 2, вот он. Three. It is a candle. It is a candle. Ставим троечку здесь. Four. It is a star. It is a star. Four. Четверочку ставим возле звездочки. Five. It is a balloon. It is a balloon. Пять. Five. Six. It is a scooter. Six. It is a scooter. Шесть. Возле скутера. Seven. It is a bike. Seven. Bike. Семерочка возле велосипеда. Ну и последняя восьмерочка получается у нас helicopter. Окей, that's all. Our video lesson is over. Наш урок окончен на сегодня. Goodbye. See you next time. Увидимся уже в следующий раз на следующей теме. Goodbye.